МГПУ является вузом, осуществляющим организацию проведения Олимпиады по трем направлениям. Да? Педагогическое образование, основное, специальное... Я профессионал. Специальное дефектологическое образование и классный руководитель. Я похож на классного руководителя? Давай дальше, по тексту. Я на лепку ходил в детстве. Давай по тексту, да. Что, правда, что ли? 8 место. МГПУ вошел в топ-10 вузов, лидеров по количеству регистрации студентов в прошлом году. 8 место вы заняли. Серьезно? Где вы, сука, нашли людей-то? В прошлом сезоне МГПУ собрали столько же медалей, сколько студенты всех педвузов страны. Это ж сколько могли золотых зубов. В направлениях Олимпиады, организованных МГПУ, участвуют представители более 70 регионов. Почему посторонний в кадре? А он с какого региона? Вот он, наверное, 70-го, потому что лично я знал 2. 33 студента смогли воспользоваться льготой для поступления в магистратуру к нам же в МГПУ. И летом 21-го года они это сделали. Не пошли в армию. Ну, стартует ваша всероссийская олимпиада. Нормально читаю. Не надо на меня здесь хлопать. Я профессионал. А вы тут все, у вас тот свет упадет, то кто-то подметает. Нормально это вообще? 33 студента. 33 студента, 33 студента. Образовательный форум у них. 100 участников. Свой образовательный форум для 100 участников проводит также МГПУ. Молодцы, вот сами себе взяли, придумали занятия и спокойно его организуют. Вот бы мне так еще и деньги, наверное, за это же получать. Расскажи про дату. Самое главное, что нужно знать, до 7 декабря, товарищи, друзья, коллеги, олимпиадники, нам нужно всем зарегистрироваться, участвовать. Прочитай про призы. С дипломы, позволяющие претендовать на поступление в магистратуру лучших вузов страны, ну это понятно. Денежная премия? Ну слушайте, я бы тогда бы сразу туда пошел бы. Размер премии зависит от медали категории участия, ну понятно, магистратура. До 300 тысяч? Вы серьезно? Ребят, по-моему, это, у вас тут есть ручка, которая стирается? Не, не все правильно. 300 тысяч? 300 тысяч! 300! 300 тысяч можно получить за первое место. Я бы поучаствовал бы на самом-то деле. Это что можно купить-то получается? Первое, второе, третье место. Сколько бабла получается? Да, денег на самом-то деле не пожалели. Я удивлен. За третье место можно получить от 100 до 150 тысяч рублей. За второе место от 150 до 200. Ну и за первое место, как я уже сказал, от 200 до 300 тысяч рублей. Это кто придумали? Вот эти родители, которые, нет, не переживай, все хорошо, ты не проиграл, у тебя 4 место. Тоже можно получить за это подарки и дипломы, которые позволят опять-таки поступить в магистратуру, в самые лучшие вузы нашей страны, в МГПУ, конечно же. Ой, давайте писать. Готово? Я да. Здравствуйте, меня зовут Ваня, и я вам сегодня расскажу про Олимпиаду «Я профессионал».